Музыка, свет софитов, зал, наполненный зрителями. Немного волнуюсь, дошколята готовятся к своему первому выходу на большую сцену. Десятки различных коллективов из детских садов и кружков исполнили небольшие, но трогательные танцевальные номера. Репетировали, как правило, перед самыми дорогими для себя зрителями – мамой и папой. В этом году количество участников приятно удивило организаторов. Вместо ожидаемых 750 юных артистов сцену покорили 1500 ребятишек. Зрителей тоже стало в два раза больше. Из-за такого числа желающих концерт решили разбить на три части. Удобно для тех, кто приехал из других городов. Самым таким, наверное, большим отличием этого фестиваля является достаточно большое количество участников, которые не являются нашими воспитанниками. То есть это не только дети наших центров, это танцевальные творческие коллективы Ленинского района, города Домодедово, города Подольска. То есть это наши друзья, которые также хотят принимать участие и к нам присоединяются. Таких становится все больше. Еще одна редкая особенность фестиваля – отсутствие жюри. Дети приятно проводят время, не оглядываясь на итоговый результат. Мы не оцениваем детей на победителей и проигравших. Наш каждый ребенок побеждает, каждый ребенок получает диплом участника и может его показать бабушкам, дедушкам. Ты что показывала? Хорошее настроение. Все безумно понравилось. Детки все так старались, такие молодцы, просто потрясающе красивые костюмы. Спасибо огромное руководителям. Все просто зажигали прям от души. Спасибо огромное за те эмоции, которые мы все получили. Дочь Марии Филилеевой, Василиса, исполнила со своей группой «Танец мышат». В такие моменты материнской гордости нет предела. Дочь впервые вышла на большую сцену и теперь, возможно, не в последней. В этом году мы решили поучаствовать. Нам очень понравилось, потому что очень много детей, очень много выступлений. Все это, все разные ансамбли. И моя дочь очень рада выступить была на сцене. И надеемся, что в следующем году тоже будем участвовать. После всех выступлений участники вместе вышли на сцену, чтобы исполнить общий танец. Мероприятие стало маленьким шагом на пути к сцене для юных артистов, но огромным для всего фестиваля. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.